Фигуристка, на которую вся Швеция надеялась в 2008 на чемпионате мира в Гетеборге. Но тогда Виктория осталась лишь 18-й. Зато в прошлом сезоне наконец-то 5-я на чемпионате Европы. Да, может напрыгать. Очень такая технически подготовленная спортсменка, неплохо, шведская фигуристка. Может напрыгать, если пойдет мне первые прыжки. Тут очень хорошо. Любопытно, жребий распорядился. Здесь фигуристки, почти половина фигуристок, кому мы видим, они выступали на Skate America на первом этапе нынешнего сезона. И вот Хельгсен была там, кстати, заняла 8-е место. Там же были и Сотникова, и Леонова. Ну и так, для ориентира, победила тогда Эшли Вагнер в произвольной программе. Она набрала 127,76 балла. Это для ориентира. Сотникова 110 баллов, Леонова 106. Манчей там выступала как раз тоже. Да, со вторым прыжком боролся. Он каскад есть, 3-2. Кстати, вот эта сумма Эшли Вагнер, 127 баллов, это лучшая сумма за произвольную программу пока что в этом сезоне на этапе гран-при. Акико Судзуки, выигравший в Канаду, 120, и Амао Асада 118. Но это все за произвольную, я говорю. Так, смотрим. Есть. Есть. Еще один тройной, это остальное наоборот, тройной Ридберге. А вот выезд, конечно, очень маленький, не знаю, не считают ли судьи. Совсем очень маленький выезд, просто двух с половиной наоборот. Высокий прыжок на выезде. Большая неточность. Тройной Ридбергерского на шведской прыжке. Вращение неплохое, пробка хорошая. Растеряла она свои мощные, красивые, атлетичные прыжки. Как раз за счет них она в прошлом году
очень здорово выступила, выиграла, наконец, бронзовую медаль. Действительно выиграла, потому что она стала первой шведской фигуристкой, которая завоевала медаль Гран-при. Это была бронза скейт Америки прошлого сезона. Да, странно, все каскады, у нее первый прыжок очень высокий, большой, такой, знаете, серьезный. Вторые прыжки очень с недочетами, и с небольшой скоростью, довольно невысокие, интересно же. Да, вот видите, вот я постоянно, видимо, это женская спортсмена, закончит программу, показывает, что в чем дело, могут понять, что произошло. Мы сейчас посмотрим повторе, что произошло. Вот да, не так круто. И второй прыжок, видите, практически без хода. Да, и выезд, можно сказать, повращение, а не выезд продолжительный по дуге. Здесь получше. Ридбергер. Тоже, видите, на зубец не так круто. Действительно, она как будто останавливается. И вот 2,5 оборота. Нет, выезд ее разворачивает. Она просто продолжает вращаться. Да, она разворачивает. Выезда нет. Да, поэтому, все, конечно, поскольку нет выезда, то нет скорости. И, наверное, внешне видно, выезд дотянута ноги свободно. Ну, для второго прыжка нету возможности. Да, вот это приземление на зубец, конечно, скрывает это не так круто, но, судя, естественно, по положению корпуса это все видят. Вот еще раз повторю Ридбергер. Да, такое, видите, вращение. Опять разворачивает ее. Корпус не останавливает. Что происходит? Нет, не останавливать руку на выезд. И все в крутку идет, нет пролета. Если был пролет, то был бы выезд. А у меня все в крутку прошли, поэтому, естественно, приземление без хода такую крутку прошли. Сложно держать полицию. Такое ощущение, что как раз Регина Йенсен то же самое, то, что вы сейчас говорили, сейчас ей быстренько произнесла, когда посмотрела внимательно повторы. Тренирует ее Регина Йенсен и мама. Да, Кристина Хельгисон. Кристина Хельгисон. И Александр Евгений помогает. Помогает, да. Да, чемпион Советского Союза, бывший чемпион Советского Союза. Кристина Хельгисон, мама Виктории, как раз была с ней в Америке на первом этапе Гран-при. Очень любопытное такое наблюдение, когда смотришь программы шведских фигуристов, всегда даже вот сейчас вроде бы каталась под классическую музыку, ну, современную классическую музыку, но всегда программа выглядит очень авангардно, так скажем, да, мы вспомним и Кристофера Бернсона, и Адриана Шультхайса, и Виктория Хельгисон. То есть вот действительно восприятие музыки, восприятие образа совершенно другое. Я думаю, что под это сопровождение наши бы катались классически. Да, такой, знаете, как вот немножко прямоугольный. Прямоугольный. Здесь стал в кольцо на технику, на прыжке. Ну что, Марчей может радоваться. Да. Она переместилась на одну позицию вверх. Сейчас посмотрим. Я, правда, не считал, сколько там был разрыв. Нет, не переместилась. Не переместилась Валентина Марчей, к сожалению.